Всем привет, ребят. Вы находитесь на канале Ritter Play. Меня зовут Александр. И мы продолжаем проходить XCOM Бирау. Или Бирнау. В общем, вы поняли. То есть какое-то трудночитаемое название. Под конец прохождения только вот заметил, что читал неправильно. В общем, ладно, что-то я заболтался. Переходим мы к следующему сюжетному заданию уже на этот раз. Называться оно будет «Последняя война». И, судя из названия, видимо, это уже финальная или около того миссия. Всем приятного просмотра, мы начинаем. Что за чем? Джонсон, что это? Погодите, электричества нет. Это я и сам вижу. Простите, что прерываю. Директор Фолк, вы нужны в лаборатории. Надеюсь, это важно, доктор. В высшей степени важно. Эфириал просыпается. Похоже, планы меняются. Давайте в лабораторию, Картер. Встретимся там. Да, сэр. Что-то он разбушевался. Инопланетяшка-то. Ничего не работает. Какая у него тень? Жесткая. Уильям Картер, а ты что за хрен? Ты говоришь голосом Уильяма Картера, но только потому, что еще не знаешь своего. Нет. Нет, я Уильям Картер. Но и нечто... нечто большее. Ты спаян с Уильямом Картером. Теперь он часть тебя в этом мире. Но ты больше, чем он. Гораздо больше. Значит, Картер — это сосуд. А я... я как ты. Мы никак не называем себя. Хотя наши хозяева в реальных мирах дают нам разные имена. Обычно нас зовут эфириалы. Но кто же мы? Мы созданы, чтобы изменять. В лучшие времена мы передаем друг другу нашу мудрость и знания. Но сейчас это невозможно. Исток все ближе. Это невозможно. Исток мертв. Я... Картер убил его. Ты еще многого не понимаешь. Это главный персонаж, что в итоге в самом начале игры, что ли, погиб. И эта сущность, так сказать, с ним слилась и... ассимилировалась, что ли, как правильно сказать. Откуда мы пришли? Где наш родной мир? Мы посеяны во многих существующих мирах. Если когда-то у нас и был родной мир, для нас он потерян. Мы его позабыли. Скажи мне, кто ты? Я, как ты, только намного старше. Я проснулась в том мире, соединилась с молодым ученым и возвеличила его среди его народа. Это был исток, да? Да. Вместе мы положили начало эре немыслимого процветания. Нашим величайшим достижением стала сеть, названная Мозаикой. Как я оказался здесь, в теле Уильяма Картера? Какое твое первое воспоминание? Когда ты получил контроль? Уильям Картер был ранен. Он умирал.
Его мозг кричал от боли и страха. Начиналась война, а потом я был Уильям Картер, и мы сражались. На планету пришла более совершенная жизнь и пробудила тебя. А ты, в свою очередь, нашел носителя, Уильяма Картера. Связь с хозяином не просто существование в его теле. Пока вы связаны, ты и есть Уильям Картер. А Уильям Картер — это ты. Ты сказал, что исток близко. Ты предпочитаешь действовать. Это замечательная черта. Но если у тебя есть вопросы, то ты можешь задать их. Мы редко встречаем своих. Мне многое нужно узнать. Ты ищешь знаний, чтобы действовать осмысленно. Ты мудрее меня. Что именно ты хотел бы узнать? Ты сказал, что исток... Ты предпочитаешь. Раз исток угрожает, нужно действовать. Ты осознал себя слишком рано. Но это связано с повышенной активностью. Хорошо. Для очищения нам нужно объединить усилия. Для чего? Эти миры нужно очистить. Это поможет навсегда остановить рост мозаики. Печально жертвовать столь юным видом, но исток должен быть остановлен любой ценой. Это приговор человечеству. Жаль, но это необходимо. Они погибнут ради того, чтобы другие виды никогда не столкнулись с могуществом истока. Жизнь не прервется. Во все времена у нас будут новые носители. Ты говоришь об уничтожении человечества. Люди этой планеты ни в чем не виноваты. Теперь человечество знает, как ловить нас и как использовать нашу великую мощь в своих целях. Это знание и все осколки мозаики следует уничтожить. Я отказываюсь участвовать в уничтожении этих людей. Я проснулся в этом мире. Этот мир не только их, но и мой. Возможно. Я знаю больше тебя. Но у тебя есть мудрость, которой я еще не пришла. Решено. Мы рассмотрим другие варианты. Стоп, стоп, стоп. Никто ничего не будет делать, пока я не скажу. Это прекрасно. Но только не для меня. Не думал, что получится. Вот это поворот. Уилл! Уилл! Папа, где ты? Смотри на меня! Я не смог бы спасти их. Даже с твоей помощью. Я потерял их и думал, что потерял все. Папа, я тебя не вижу. Уилл, спаси нас! Только не для меня. Но ты... Ты забрал последнее. Ты забрал меня самого. И вот нас двое. Я и ты. И только один из нас останется в живых. Почему-то еще действует. Ты должен подключиться и выяснить. Нет, я не могу вернуться. Я потеряюсь. Они все узнают. Это неизбежный риск. Это неизбежность. Я не понимаю, как может работать взорванная сеть. Я не вернусь оттуда. Даю слово. Мы не оставим тебя там дольше, чем будет необходимо. Хорошо. Итак, передатчик подключен. Учитывая обстоятельства, у меня нет времени разбираться с инвазивными вариантами процедуры. Доктор? Есть и другие трудности. Регулировка напряжения, маскировка сигнала, каскад нейронных сетей. Доктор! Да, да, вот черт. Вот, вот он. Анализирую. Что тут анализировать? Эти гады жрут нашу гребаную планету.
данные смещаются, пытаясь вернуть сигнал. Все сведения защищены. Он его забрал. Пленник. Пробейте связь. Берутся они. Черт, нам нужны данные. Выследите лазутчика. Ведите вас. Мы с вами, Картер. Просто человеком, Карт. Я должен был догадаться, что ты пленник. Атакую! Командир! Давайте глота! Да он как-то не коцается. Сумели держать меня в тюрьме вечно. Ты сам знаешь, что такое тюрьма. Он идет. Атакую! К укреплениям. Освободись от демона! А у тебя мало времени! Стоп. Стоять. Здесь я принимаю решение. Картер, что у вас? Он идет к системам защиты. За подкреплением. Возьмите себя в руки. Черт, это я и пытаюсь сделать. Риск ради безопасности. Я уверен, что многим из нас уже известно, что на этом объекте содержится чужие. Принимая во внимание, что в их камерах они бессильны, поэтому нам следует принять все меры предосторожности, чтобы они там и оставались. Если они сбегут, то проявят исключительную агрессию и силу. Я разместил вокруг объекта охрану. Пожалуйста, будьте внимательны и сообщайте ближайшему охраннику, если заметите какие-то упущения с нашей стороны, чтобы мы могли снизить незначительный риск, прежде чем он превратится в угрозу. Вот так вот. Так вот. Он успит, наверное, еще. Заколебали дерьмовые пушки старые давать. Да мне с ней. Внимание, внимание! Всему персоналу приготовиться к обороне базы. На базу совершено нападение. Это не учение. Я его контролирую. Глот в деле! Столько здесь появилось. Передоточник на этой цели. Меня! Этот готов! Вверх!
нашими винтовками, что ли? Как спуститься? Повоевать-то можно было. Выше и ниже бегать. Мы возьмем вашу базу и всю планету. Но ты еще можешь перейти к нам. У тебя есть то, что нам нужно. Ты носишь одного из них, как исток. Просто возьми власть в свои руки. Что он ищет? Смотрите, мы в лаборатории энергоматериалов. Ах, черт, бомбы! Он взорвет базу ко всем чертям! Нет, он этого не сделает. Волк, что, черт возьми, без меня случилось? Почему эти данные так важны? Исток жив. Он прошел за нами через врата Венна и привел с собой целую армию. Теперь его главная цель — наша база. А потом он займется нашими городами. Этот лазутчик владеет сведениями, без которых нам истока не остановить. Именно. Ксенофобия, гуманоиды чужие, черные слизняки называются глотами. Удивительно отличаются по своему физиологическому строению. Хотя они очень похожи на мимиков из игрушки. Она называется Prey 2, по-моему. Чашки в чего угодно могли превратить. Здесь нет, но по форме такие же. У них невероятно гладкая кожа, которая рефлекторно снимается и грубеет под внешними воздействиями. Даже если особь давно мертва, у глота есть магнитное поле, соединяющее вместе отдельные частицы. У мертвых глотов частицы притягиваются случайным образом, однако пленные особи, как выяснилось, могут контролировать построенное строение частиц и принимать любую форму. В следующей неделе я продолжу эксперименты. Но тебя застрелили, и ничего ты уже не продолжишь. Сюда! Мы загоним его! Картер, у нас мало времени! Совсем мало! Что там у вас? Мы подбираемся к лазутчику, но он говорит... Штуковина. Нужно убрать ее. И филиал был ценным орудием в этой войне. Его нельзя потерять, особенно сейчас. Вам ясно? Ты убедил даже Фолка. Стороне. Глот! Размещаю дрон! Господи, мы потеряем базу. Мы пробили его щиты! Навались! Почти добил его! Хватит с меня приказов!
ослабь эту броню! Стреляю! Я его излагаю! Атаку! Всю базу уже раскручен. Большая база, кстати. Скажите, что данные у вас. Все у меня. Хорошо, возвращайтесь на Мститель с Эфириалом. Ты обманул Фолка, но обещаю тебе, базу ты не покинешь. Ну так резко наваляли мне. Умри. 25 июня 1963 года. Объекты сохраняют прежнюю физическую форму, но из глаз и носа в заметном количестве утекает черная слизь. Мы не смогли определить, имеет ли эта слизь какое-то либо назначение, или это побочный продукт внутренних химических реакций. Объекты бродят по камере или стоят на месте и повторяют бессмысленные фразы. Все попытки вступить с ними в контакт провалились. Мириам Джонс, младший научный сотрудник. Без базы. Сэр, вы слышите? Сейчас еще тебя останавливаться.
больше не выполняю приказов. Ни ваших, ни чьих-либо еще. Что вообще происходит? Все-таки что, отдал он контроль, получается? Что-то мне подсказывает, что рано или поздно ты снова засунешь меня обратно в бутылку. А у меня другой план. Я знаю, вы, суки, не дохнете в этой дряни, поэтому у меня к тебе предложение. Пошел вон из моей головы. И побыстрее, иначе я взорву всех чертовой матери. Лучше угробить нас всех к чертовой матери, чем быть твоей марионеткой. Интересно, а ты как считаешь? Я думаю, мы скоро узнаем. Вырваться. Так, тут, видимо, несколько концовок. В общем-то, позже, наверное, тогда, как пройду игру. Ну, тут, наверное, эта миссия, да и, может быть, еще одна. В общем, запишу на концовке. Так, связаться с агентом Уивер, связаться с директором Фолком, связаться с доктором Уивер. Давайте вот с этой вот. Уилл, идиот несчастный, сделай умную вещь, сдайся. У нас нет времени на твои истерики. Так, слиться. Прощай, Грейси. Мне жаль, но выхода нет. На корабль его. Пора с этим кончать. Директор Фолк, всем агентам XCOM на задании. Если вы получили это сообщение, значит, я отдал приказ об эвакуации код Альфа. Не приближайтесь к зоне X. Все сотрудники XCOM, находившиеся в зоне X, должны считаться погибшими. Спасательные операции не проводить. Всем, кто остался, приказ один. Выжить, выдержать, победить. Уничтожьте их, иначе они уничтожат нас. Так, ребят, вот такая серия. В общем-то, как я сказал, тут можно выбирать персонажей, в кого вселиться эфириалом. И, видимо, от этого будут зависеть концовки. Сейчас в следующей серии мы, значит, допройдем. Посмотрим концовку за вселение в эту мадам агента Уивер, тетеньку. И в дальнейшем я запишу, наверное, еще ролик, где все концовки обыграем. В общем, на этом все. Спасибо, ребят, за просмотр. Ставьте лайки, кому видео понравилось. Подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. И до следующего видео, до следующей серии. Всем пока. Я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум. Мы вместе бум-бум-бум, с тобою бум-бум-бум. Текила бум-бум-бум, по-моему.